Стремительно набирающий популярность канал «Училка против ТВ». Татьяна Гартман. Я не знаю, тестировали вы меня на знание русского Конечно, языка? Конечно, тестировали. И что, какие у меня ошибки? Вот Андрей Тазеев, судмедэксперт. Не эксперт, а эксперт. Да. Так, где проходили гастроли ее знаменитой школы танцовщиц-босоножек. Не танцовщиц, а танцовщиц. Но, как говорится, я пошла. Если честно, если бы не мои ученики, этого блога не было. Потому что на занятиях я своим детям объясняла, как не надо ставить ударение на примере как раз звезд, когда они делают ошибки. Детям это очень понравилось, ну и вот в результате получился блог. Нужно срочно делать блог училка. Так, здравствуйте, ребят. Все, звонок был. Начинаем урок, как всегда, с разбора ошибок телеведущих. Ну, конечно же, у нас отличился Иван Ургант. Ох уж этот Иван, хотел бы я его встретить, я бы его научила русскому языку. На этот раз он ошибся вот в этих словах. Терпение всюду ставит, не там ударение. Он снова сказал мусоропровод. А вчера я реально заплакала, посчитав все ошибки Малахова. Серьезно, лажает даже Познер. Как полезно, интересно, просто чудесно и прелестно. Так бы учиться, не суетиться, стать самым грамотным, как говорится. Вот так и надо объяснять, чтобы любой сумел понять. На ютубе публиковать — это супер круто. Нужно срочно делать блог училка. Прикольно снял. А я придумала аватарку. Для ютуб-готов канал училка. Училка. Мы не ждали такого сценария. Море лайков и лес комментариев. Фан-клубы в инсте и на ютубе. Говорит она про важное, не по-детски зашло всем и каждому. Бабуля, вот это бомбануло. Кто дал право, вот подстава, мне не нужна эта гнусная слава. Я не знала и не хотела, лишь под директора не прилетела. Я за прогресс топил всегда, эти соцсети не ерунда. На ютубе вы ж звезда, это супер круто.